Если в начале нашего созыва там только не было иллюзий по поводу только оппозиционного блока, то сейчас, ну, та же «Батьковщина», мы видим, какие вещи творят нефракционные, масса, различные там Каплины и так далее. Просто возникает вопрос: господа, на чью мельницу, собственно, воду льете? Я думаю, что это погано дивилося на початку восьмого скликання, чи хтось з тих перевербувати в процесі? Так, агенти влияния чем хороши? Тем, что не проявляют себя до поры до времени. Когда наступает время Че, тогда они видны во всей своей красе. А зараз саме такий час? Зараз чи як? Ну, вы хотите, опять-таки мы перейдем к плану Шатун, да, предведя ваш следующий вопрос. Ну, це теж вже стільки міфів довкола цього плану, що вже багато хто навіть і губиться, що там правда. Очень многое из того, что изложено, ну, полностью совпадает с теми тенденциями, которые проявлялись даже не в этом году, еще как минимум в прошлом году, и совпадает с той линией, которую российские спецслужбы, в общем-то, проводили по отношению к Украине в последнее время. Тут вне всяких сомнений. Я считаю, что контрразведка украинская, то есть это СБУ, образца 2016 года и образца начала 2014 года, ну, это невозможно сравнивать абсолютно. Это настолько две разные структуры. Ну что, позвольняли? Да, прошел очень хороший процесс очищения, назначены действительно компетентные люди на ключевые, по крайней мере, должности. У всех наших госструктур, это касается не только силовиков, достаточно много балласта. И я боюсь, что это не только украинская беда, что, ну, многие рассматривают госслужбу как эдакую богадельню. Не, я просто балласт, я люди, которые специально работают на... Да, но удивительное число как раз специалистов, патриотически настроенных людей, которые пытаются действительно честно делать свою работу и ее делают, ну, несравненно больше. Я думаю, что в разы.